Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В январе этого года на дорогах Кировской области по причине наезда автомобилей погибли 5 пешеходов. Число травмированных достигло 34. По данным ГИБДД, доля таких аварий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий составила порядка 15%. В основном пешие участники дорожного движения оказываются под колесами машин по собственной вине, не видят запрещающий сигнал светофора, переходят проезжую часть в неположенном месте, не смотрят по сторонам, отвлекаются на телефон. Трасса 101. В России в два раза увеличилось число наездов автомобилей на диких животных, в результате которых гибнут люди. Журналисты проанализировали статистику пандемийных 2020 и 2021 годов в сравнении с двумя предыдущими годами. Аналогичный рост произошел и по количеству пострадавших в таких ДТП. По мнению экспертов, это вызвано двумя основными факторами. Во-первых, из-за коронавируса на трассах стало меньше машин, зверь стал менее пугливым. Во-вторых, в теплое время года россияне из-за закрытия границ начали активнее путешествовать по стране. Трасса 101. Правительство нашей страны отобрало почти два десятка регионов, где будут с особым усердием развивать электрический транспорт. Кировская область в перечень не вошла. К примеру, это Татарстан, Севастополь, Приморье. Местным властям рекомендовано начать притворять в жизнь меры, способствующие росту популярности электрокаров. В их числе бесплатные парковки для зеленых машин, отмена транспортного налога, запрет на въезд в определенные зоны для авто с низким экологическим классом. Трасса 101. Какой автомобиль больше всего подходит людям зрелого возраста? Опрос на эту тему провело агентство «Автостат». В этом отношении, надо сказать, у россиян губа не дура. Максимальное количество голосов набрал Toyota Land Cruiser Prado, который стоит сейчас минимум 3 327 тысяч рублей. Серебро досталось автомобилю подешевле Renault Duster с начальным ценником почти 1 200 000. На третьем месте оказался Subaru Forester от 3 с лишним миллионов. Также в первую пятерку вошли Nissan Tirana, по сути тот же Duster, и Geely Atlas. Трасса 101. АвтоВАЗ не будет делать «Ладу Гранта» следующего поколения. Все закончится нынешней версией. Так, представитель тольяттинского предприятия прокомментировал слухи о том, что на заводе готовятся к выпуску новой «Гранты», в основе которой лежит модульная платформа альянса «Рено-Ниссан». Кстати, век «Гранта», исходя из вазовской логики, должен вот-вот завершиться. Выпускается она уже 11 лет. Столько же делали «Приору», немногим больше «Калину». Цены на «Гранту» начинаются от 600 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».